Владикавказский дом печати. Именно здесь расположилась редакция главной республиканской газеты «Северная Осетия». Создание одного номера – это ежедневный труд почти 40 человек. А начинается все на традиционной утренней планерке. Здесь собираются все творческие работники, раздаются задания, обсуждаются темы и события. Газета «Северная Осетия» на сегодняшний день является главной республиканской газетой с тиражом в 15 тысяч экземпляров. Тираж этот самый крупный на всем Северном Кавказе. И для того, чтобы он стабильно поддерживался, конечно, нужна большая и кропотливая работа, прежде всего, самих журналистов. Задание получено. Теперь журналист отправляется на место события для сбора информации. Иногда удается поработать и в стенах редакции, взять интервью по телефону и оперативно написать текст. Далее материал отправляется на вычетку к редактору, а после к корректору. Ну и самое важное – одобрение главного редактора. Еще один неотъемлемый элемент в работе редакции – наборщицы. Они помогают представителям старшего поколения, которые привыкли писать текст от руки, перевести его в цифровой формат. Последнее звено перед печатью – верстальщики, задача которых – красиво и интересно оформить полученные материалы вместе. Здесь, на мониторе компьютера, газетная полоса обретает свой привычный вид. От нашей работы очень много зависит. Какую-то там тему надо поддать, ну, чтобы заметно было. То есть какие-то вот нюансы такие. Работа верстальщика у нас в редакции заключается в расположении материалов, как они будут выходить в итоговом виде в печатном номере газеты. Готовый оригинал макета отправляют в типографию. Там на свет появляется 15 тысяч экземпляров газеты «Северная Осетия». Но и этот процесс не так прост, как кажется. Макет на металлической пластине устанавливается в печатную машину. Рулон с бумагой загружается в специальную конструкцию, размазывается через валики, и печать отражается непосредственно на бумаге. Интересно, что листы до самого конца идут непрерывно, а уже фальц-аппарат сгибает этот рулон, режет, и получается газета в готовом виде. Она поступает на стол к приемщицам и упаковщицам. Скорость печати этого станка 7 газет в секунду. Именно отсюда отвешен номер «Северной Осетии» поступает на почту, а уже потом во все городские киоски. Редакторы, корректоры и корреспонденты ежедневно кропотливо собирают для дорогого читателя самые актуальные новости. Конечно, соревноваться по скорости с цифровыми и электронными коллегами печатному изданию не так легко. Однако редакции «Северной Осетии» это удается. Утром, когда вы читаете газету, в редакции начинается новый день, чтобы завтра у вас была возможность узнать все самые свежие новости первыми. Мадина Русланова, Александр Левченко, Георгий Федаров, телекомпания «Осетия».